провалил. В общем, вот плюс-минус вопросы, когда... Ой-ой-ой, Серикула Азамат открывает счет. Шакиева Мирея на 9-й строчке. 8 игр. 3 победы, 2 ничейных результата. Садыков Нуриев вчера как раз-таки такой приз и получил. Бекижан Аскар пробивает, и Ажибай Акзам выручает свою команду. Вот мне кажется, Ажибай Акзам всегда плюс надо идти, где вот придется стоять, знаешь, как соккер, как настольный футбол. Абдулбаев, передача на Жумабекова, Кана, удар поворотом, это 2-0, нельзя давать бить Жумабекова. Передача в направлении Досанова, Досанов, хорошая передача, и Абухан Достан, можно сравнивать, счет. В дальний угол катил Абухан Достана, Мишиткалиев. Прострел, Малбаков, развернуться и пробить, Досанов же на ры, снова Малбаков. И вот он еще один момент. Ни один гол его отменили. Получается, что трансфер оправдан, да? Хороший трансфер Жумабекова Каната. Ну, Кана это один из элитных. Жумабеков, удар поворотом, Лаханов. Сеидбеков Баглан, и рядом со штангой мяч проходит. Салам. И назад на Садыкова Нури, пока не прессингует ФК Суранши Батыра. А вот и первый удар поворотом от автора трех забитых. Дубаев, Ербек, передача на Бездорова, Бекижан. И нужно забивать. Балбек Улабылаю или Бекижану. Но в итоге ни тот, ни другой не забили. Не слышали данный диалог, то я могу вам его пересказать, друзья. При этом стандарте там с бронером станешь. А, он говорит, давай тайм-аут возьмем. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Абдулбаев Ермек не забивает. Хотя он Лаханов. Здорово, и можно самому бить. Попадает в Наримана, пустые ворота. Абдулбаев Ермек и его самонаводящий. Аблай на фланге, передач на Малбакова, еще дальше прострел, и Мишиткалиев пробивает над перекладиной. Ну вот, пожалуйста, Абадбаев, пас назад, Абухан, передача на дальнюю, и еще одна возможность забить по пустым, и все-таки Сейдбеков Баглан. Саня, Абадбаев, хорошая скидка, и Досанов, Бекарыс, ну вот и пришло время забивать Бекарысу, да?